дорогие друзья сегодня мы проводим третье занятие на тему безударное гласное в корне слова и оно будет посвящено разбору задания 9 ЕГЭ по русскому языку но начать я хочу с домашнего задания надеюсь вы все с ним справились обратили внимание на таблицу и э, обязательно включили в нее слова исключения Учли наверняка условия выбора чередующиеся гласные в корне слова. Это важно. Сегодня мы увидим, как таблица поможет нам в работе. Четыре условия ударения, суффикс а, последние согласные корни и значение слова. Примерно так выглядит данная таблица. Вы видите четыре колоночки: ударение, первое условие и корни, зависящие от него согласная корня и список корней суффикс а обратите внимание на нижнюю строчку я скажу об этом чуточку позже и э, корни зависящие от лексического значения ну что попробуем разбирать задание напоминаю что в варианте данного задания спрашивается о трех группах гласных проверяемые непроверяемые и чередующаяся. Ну и поскольку домашнее задание было связано с чередующимся, начинаю с него. Да, и еще хочу обратить внимание на то, что э, номеров ответов может быть несколько. Как правило, это бывает главной ошибкой в выборе. Задание направлено не на количество цифр, которые должны быть в ответе, а на качество. Наша задача ⁇ найти правильный ответ. Вот мы и сегодня попробуем, какой алгоритм выполнения данного задания нам это обеспечит. Итак, задание, которое просит нас во всех словах одного ряда найти безударную чередующуюся гласную корня. Напоминаю, что с нами рядом таблица. Вы скажете, но ее же не будет на экзамене? Да, именно поэтому при подготовке к нему необходимо ей пользоваться – систематическая работа с таблицей позволит запомнить эти 21 корень. Итак, повторяю, чередующихся корней 21. Рассуждаем так. Выделяем слово, которое необходимо, на которое необходимо обратить внимание. Какую гласную нам нужно найти? Чередующиеся. Замечательно. А теперь, читая слова каждого ряда, соотносим их с таблицей. И обнаруживаем. Что в, первый, в первом ряду есть слово, которое не позволяет нам выбрать этот ответ. Почему? Тут мы вспоминаем занятие номер один, на котором говорилось, что обязательно важно выделить корень слова. Конечно, в слове горизонтальный корень не гор, а горизонт. Поплавок и подравнять включает в себя чередующийся корень. Таким образом, первый ряд ответом быть не может. Внимательно работаем со вторым рядом. И обнаруживаем, что и касаться, и озарение, и загорать – это все три слова, в которых есть правописание чередующейся гласные в корне слова. Правда, зависят они от разных условий. Корень «кас» от суффикса «а», а корень «зар» и «гор» от ударения. Но в любом случае это позволяет нам найти правильный ответ. Ряд номер три тоже говорит нам о том, что все три слова являются чередующиеся гласные корни слова. Заметьте, и даже условия выбора буквы одинаковые, суффикс «а». Обращаю внимание на то, что мы нашли два правильных ответа. И вот здесь, помните, в начале занятия я говорила о том, что в нашей большой таблице есть строчечка, на которую обратить особое внимание. Вот они, эти корни. А почему особое внимание надо на них обратить? потому что часто их относят к проверяемым гласным. да да и находят даже проверочные слова. Обратите внимание: сжимать, отжим, разминать разминка, обнимать в обнимку, но запомните, это чередующиеся корни и правописание буквы в них зависит от суффикса а. Таким образом два ответа уже обеспечивают нам э, результат. Но, внимание, четвертая строка вызывает вопрос первое слово «компаньон». Мы понимаем, что оно у нас словарное. Одно слово с чередующейся гласной, которое зависит от согласного в корне. И э, слово с проверяемой гласной, которое необходимо проверить. Таким образом, данный ряд не может быть ответом, и ответ сохраняется. Последняя строка. Она тоже содержит ловушечку. Обратите на это внимание. Чередующийся корень тир да, его прописание зависит от суффикса А. Слово изложить ложь мы знаем, что это, правописание этого корня зависит от согласной же. А вот слово коса. Слово коса в значении песчаная коса имеет проверочное слово косы и не зависит от суффикса а, как происходит с чередующимися корнями кос и кос. Таким образом. Ответ 2 и 3 являются верным. Обязательно проверим, что у нас получилось. Итак, первый, третий и пятый ряд не могут быть ответом на вопрос, поскольку не все слова данного ряда включают безударную чередующуюся гласную корню. Мы получаем ответ 2, 3 и зарабатываем гарантированный балл. Обращаю ваше внимание, что при работе с чередующейся гласной необходима таблица. Повторюсь, систематическое обращение к ней позволяет вам запомнить данные корни, их 21, и усвоить правила правописания данных слов. Но задание номер 9 включает еще две группы слов с проверяемыми гласными и непроверяемыми. О проверяемых гласных мы говорили с вами на первом занятии. В чем заключается сложность? В том, что каждому слову надо постараться подобрать проверочное. Мы знаем два способа. Форма слова и однокоренное слово, проверочное. Алгоритм выполнения тот же. Прочли задание, выделили, какую гласную необходимо найти, прочитали все слова и начинаем рассуждать. Итак, проверяемая гласная. Есть ли она в первом ряду. И мы обнаруживаем, что к каждому слову мы можем подобрать проверочное слово. Ура! Ответ номер один. Вторая строчка. Как ни странно, первое слово может возникнуть, а, может вызвать сомнения. Однако, подбирая кропотливо слова, мы находим, что классика «темный» и «критик» – это слова, проверочные к классической темноте и критиковать. Прекрасно. Мы нашли второй балл. Третья строка говорит о том, что да, первые два слова проверяемые, а последнее нет. Коллекционный слово-словарное. Значит, ответом данный ряд быть ни в коем случае не может. Мы его исключаем, вычеркиваем в кеме, ведь именно так вы будете работать на экзамене. Четвертая строка является ответом на вопрос, потому что каждому из данных слов мы можем подобрать проверочное слово. Обратите внимание за последнее, да, на последнее запотевать проверочное слово под. Ну и э, таким образом мы подходим к пятой строчке, которая тоже будет ответом на вопрос. Бег, редко и доверие. Проверочные слова к глаголу добежали, прилагательному редчайший и наречию доверительно. Итак, мы видим что четыре цифры являются правильным ответом. Обязательно проверим, почему это важно. Потому что задание, повторюсь, направлено не на количество цифр в ответе, а на качество. То есть наша задачка – найти правильный ответ. И при проверке мы обнаруживаем, что действительно только третий ряд не может быть ответом на вопрос. Ну что ж, мы поработали с вами с двумя группами гласных в корне. Чередующаяся и проверяемая. И кажется, что последняя непроверяемая гласная является одной из самых простых. Ну, наверное, да, если это не экзамен. Почему? Да потому что во время систематической подготовки мы можем пользоваться словарем. Это правда. И это нужно делать. Это действие позволит нам запомнить правильное написание данных слов. Но на экзамене словаря нет, и не только на экзамене, может быть, при выполнении задания не оказаться рядышком орфографического словаря. Тогда можно действовать таким способом. Мы уже знаем с вами чередующиеся корни и можем из предложенных слов исключить данные варианты. Мы можем уже подбирать проверочные слова. И тогда мы методом... Исключение. находим ряды слов, в которых содержится непроверяемая гласная в корне. Может быть, попробуем, как работает этот метод? Вот предлагаю вам пять рядов слов. Обращаю внимание, как мы рассуждаем. Из данного списка мы находим слова с чередующейся гласной. И оно здесь оказывается одно. Причем слово «ловушка». Почему? Потому что полог слово «исключение» и в табличке оно у вас обязательно должно быть отмечено. При дальнейшей работе над словами мы видим, что к слову «властелин» мы подбираем проверочное слово «власть», к слову «покарать» проверочная «кара». Обратите внимание, в четвертом ряду есть слово «созвучное» к предыдущему, но оно совершенно другого значения, а значит и проверочное слово будет другим. «Покоряющий» И проверочное слово «покорность». Сериал. Оказывается, у этого слова есть проверочное «серийный». Уплотняя и укротитель – тоже слова с проверяемыми гласными. Таким образом, мы с вами обнаружили, что три ряда из пяти не могут быть ответом на вопрос. И один, и два – это тот ответ, который позволит нам получить балл. Если вам так повезет на экзамене, замечательно. Но все-таки при систематической подготовке обращайтесь к орфографическому словарю и обязательно вписывайте буквы, которые необходимы в корнях данных слов. Это поможет вам запомнить их правописание. Итак, вы видите, задание выполнимо. Да, возможно, трудно и нудно. Но именно такая работа обеспечит нам результат. Поэтому, друзья мои, читайте внимательно. Подчеркивайте, выделяйте, обозначайте, убирайте ненужное, обязательно проверяйте ответ, и результат не заставит долго ждать. Удачи и до новых встреч!